здесь вопрос в том, что вообще в зоне таможенного досмотра, в пограничной зоне, какие-то акции политического протеста, которые сопровождаются дискриминацией по гражданскому принципу лиц, проходящих пограничный таможенный досмотр, недопустимы. То, что Польша это допустила, она тем самым потворствует этим антизаконным, неприемлемым, согласно международному праву, действиям. Второй момент. Понятно, что вот такие действия приводят к созданию искусственных пробок, заторов, к социальной конфликтогенности и просто-напросто нарушает процесс прохождения границы, затягивает его. У многих, в том числе у польских дальнобойщиков, они везут скоропортящиеся товары. И это фактически подрыв их бизнеса. Те компании, которые обеспечивают услугами такие корпорации со скоропортящейся продукцией, они, конечно же, оказываются жертвами, заложниками вот этой безмозглой, бессмысленной и безответственной политики польского руководства, которое потворствует вот этим националистическим радикалам из украинской диаспоры в Польше. Это первый момент, если вот поэтому брать. Второй момент, не секрет, что Польша, да и более широко, давайте посмотрим, Европейский Союз, они в последнее время стали беженцев делить по сортам, по классам, по тем, правильные беженцы или неправильные беженцы. Мы помним прошлый год, как и уже в этом году появляются факты, как Польша относится к беженцам с Ближнего Востока, фактически ставя на них метку расово непригодные. И второй момент – это как Польша относится к украинским беженцам, где, на мой взгляд, имеется сговор с украинским руководством, что только на территорию Европейского Союза должны эти беженцы поступать, потому что, я напомню, Украина, несмотря на свои международные обязательства, закрыла границу с Белоруссией, не допускает на территорию Белоруссии, России беженцев. И тем самым заставляет этих всех беженцев ехать там в Польшу, в Словакию, там, в Венгрию, Румынию. То есть достаточно далеко. Вот. И когда руководители Европейского Союза прямо озвучивают планы по количеству приема беженцев, то 5 миллионов, то 8 миллионов, то создается впечатление о том, что они реально заинтересованы. А то, почему именно почему руководство ЕС и Польши в частности так потирают ручки насчет украинских беженцев, ну, демонстрирует их вот этот расистский, не побоюсь этого слова, подход к беженцам, то есть белых украинцев против не белых ближневосточных беженцев. Вот мы это сегодня наблюдаем, то есть вот эту трансформацию Европы в сторону ультраправых российских взглядов, возвращение к этим взглядам, да, мы это видим. Раньше это было не камильфо, но, как говорится, Олаф Шольц уже заявил, что теперь чувство вины с Германией спало, да. Мы видим, как ЕС нас сначала получал высокомерно правам человека и прочим вещам, теперь нас ЕС, теперь ЕС демонстрирует вот эту свою высокомерность и расизм не только по отношению вот к
не согласны в мире. Но и уже конкретные российские примеры политики беженцев налицо.